Ух ты, бама! Всем привет, ребята, с вами Игорь Косплей, сегодня я играю в игру «Как построить снеговика» для пост лайфхаки, если бы не знали, погнали. Ура! Это чтобы лепить. О, прикольно. А твой создатель! Лайфхак игра, как построить снеговика. А как взять? А, вот, все. А, третий надо, ну ладно. Так, все есть. Тоби. Нужно дело снежного мальчика. Ага, прекрасный снеговик. Чего нам все не хватает? Правильно, гигантские моркови, которые явно не в огромных размерах. Которые почему-то растут зимой. Не знаю, логику искать здесь не буду. Знаете, костки, мне что-то часто начинают нравиться короткие инди-игрушки. Очень нравятся игры инди-игрушки. Обожаю такие. Коротенькие, взял, поиграл, забыл. А не то сейчас выпускают. Хуйню какую-то идет, а это хуя, наверное, 2-3 часа и все, и смотри на эту хрень. Так, и сляпу надо где-нибудь пиздануть. Где-нибудь тут есть сляпа. Дайте мне сляпу. Или что, хватит. Хватит, я без сляпы обойдется. Он наглял. Ма. Можно я возьму сляпу для снеговика? Спасибо. Мама не против. Да я соль топаю. При этом мама топает в своих каблуках. Какой ты красивый. А построить снеговика. Красота. Я что с собой делать? Я хуй помню, что надо делать. Наконец-то я его взяла. Спасибо, снеговик. Красотища. Я назову тебя Тедди. Не знаю, так зовут Миску, но я назову тебя снеговик. Мое собственное имя. Опа. Пора спать. Что это такое? Хиард? В смысле? Что это такое? Это за не сработало, правда? Во, все. Вопрос, нахрена я? Мне нужна эта баска? Снеговик, тебя там не место. Подглядывай, извращенец. Ты не должен быть живой, ты за снег. Он наблюдает за мной? Хватит наблюдать за мной. Иди отсюда. Дай закрой дверь с собой. Закрой дверь. А, где он? Ты где? Я пошла спать. Я, видимо, наигралась сегодня. А, зря ты меня заставила потереть пиздецки. Ты слепила и вся дяда. О. Корка, что ли? Яма? Чё?
Чё, бля? Тебе войти в нее не могу. С никами куда-то занырнул. Ха-ха, скотина. Нельзя. Дало, ой. Ой! Вали из дома, а не потом оставить сугробы убирать! Отсюда! Ты очень злой снеговик! Открой! Открой! Открой этим, но ты боюсь! Чего? Привет, Марта! Роберт! Ебама! Какой злой снеговик! Order on Flake! Какой-то огонь. Бля, на этого похож. На уродца какого-то. Спасибо, хоть свет включили. Ух ты, бама! Мистер Гавик за это ответив! Бляха! Не люблю этого снеговика! Я его создала, я его породила, я его и сломаю. Здравствуйте, Бенни Тернильная Машина. И здравствуйте, такое за приземление. Как из Бенди Тернильная Машина. Одни эти, одни радио галимые. Я должен лепить второго снеговика, чтоб тот дал ему отпор. Ну это же логично. Да? Или это лифт типа такой? Или надо спуститься вниз? Ну, я сделал все, что надо. Что мне делать дальше? Или нужно три сразу сделать? Чего нах? Как так-то? На секунду, ну, за снеговик стоит. Я его к себе столь приманила, ёптоли. Как это работает? Ну, снеговик, тебя поебало получит снежком. Сейчас я его сделаю сначала. Все, такой снежок не работает. Ох, ебай! Какой веселый снеговик. На заставочку пойдешь. На заставочку пойдешь. Веселый снеговик. Мама, а выпустите меня отсюда. Здесь тупой, здесь очень веселый снеговик. Как бы тупо это ни звучало. Бля, ты меня пугаешь. Убери свою вареску. Ведь падла все смотрит на меня зводная. Смотрите. А, нет, не смотрит. Не, не смотрит. Еще одного. Я и так вот налепила, ёб моё. Второго еще одного сделала такого. Сломай его, сломай. Возьми палку и сломай. Сейчас я прям сейчас это сделаю. Возьми дубину. А за дубину возьму и поебалу тебе дам. Господи, что за хрень такая власть красная сбоку? Или досочку возьму. Не работает.
это за круг? Нахрена он тут? Снег внутри снега. Вот это загадочно. Опа. Он опять исчез. И лампа почему-то стала зеленая. А, нет, она такая и есть. Вот так поворотик. Чуть не заскребернул, пазла. Опять снег сделать? Но когда нам вылезти отсюда? Они тесто как бы не залезут туда. Ты об этом не подумал? Чё ты для снеговика какой-то зуткий? А, всё. Я поняла, теперь без им. А вниз? Блять! Ну все, встаю и жду. О, спасибо. Тут тупик. Да, я выиграла. Чё это такое? Опять ты? Это нечестно, ты что через портал идёт. Какой человек тебе это сделал, а? Ага, сядь и пизда отвечает. Тобе будет пизда сейчас. И? Бля, пиздец. Меня убили. Офигеть. Вот такой вот увастик, ребятки, на Новый год. Прикольно, да? Всем пока, с вами был Карик СП. Подписывайтесь на канал, лайки, пишите под комментарии, не стоит продолжать играть в интересные игрушечки. Мне инди-игрушечки больше нравятся. Коротенькие, счастливые и зуткие. Чтобы своим очень круто. Всех люблю, всех целую. Пока, косочки. Hellcat.